Нас не отпустила тема карандашей и эпоксидной смолы, и мы решили масштабировать эту идею пока до размеров столика. Такой столик не оставит равнодушными и ваших детей. И если вы решите повторить наш эксперимент, обязательно прочитайте подробный мастер-класс на нашем сайте. В нем мы описали все подводные камни. Ссылка на мастер-класс находится в описании к этому видео. Ну а если столярное дело вы пока не освоили, но желание удивить близких и друзей распирает вашу грудную клетку, обязательно приготовьте букет роз из блинов. Сделать это очень просто, а возгласы восхищения вам гарантированы. Кстати, рекомендуем вам воспользоваться блинной сковородой с трехслойным антипригарным покрытием от белорусской компании-производителя «Виктория». Промокод на скидку, а также ссылка на сайт компании находится в описании к этому видео. С такой посудой любой, даже самый скучный процесс готовки превращается в творчество с безграничным вдохновением. Ну а если вы хотите внести свой личный вклад в развитие нашего проекта или вдохновить кого-то из ваших друзей и знакомых на творчество, сделать это просто, всего лишь поделившись нашим видео. Следуйте за нами в соцсетях и, как всегда, спасибо, что вы у нас есть.